когда я учился в 5 классе, то уже была, так сказать, смена эпох. Давайте вспомним, тут написано 89-90 учебный год. Вот. Уже конец перестройки. Ну, что-то по поведению, конечно, у меня было слабенько. Троечки. Оставили оценки по поведению и по внеклассной деятельности. Вот так вот. И родители должны были расписываться в дневнике. Какая-то новая тема была. В общем, плохо что-то учился. Правда, потом поступил в МФТИ. Потому что учился после этого в физной школе. Что-то тут ничего нету. Болел, что ли? Либо я перевелся в другую школу, и там был другой дневник.